Разве ты можешь привыкнуть к мысли о том, что ты можешь проснуться рядом с холодным ребенком со своим? Мы не знаем, сколько в нас на самом деле заложено. Она какие только затеи там затеи не затевает. Но ведь внутренняя сила – это же крест, а не броня. Да капец, простите. Я не мастер слова, хотя и священник. Отметить это событие красным в календаре могли бы десятки семей с тяжело больными детьми. Я уже понимала, что, то есть, если ничего не делать, то как бы впереди все мрак какой-то, нет, дальше жизни нет. Всегда находились какие-то причины. То бизнес, то работа, то еще что-то. Но если бы он был здоровым, я бы была в 100 раз счастливее. Смотрите программу «Обернитесь» 18 января в 18:45.